Представьте себе, я пью сок женьшень корня, представляете, женьшень корня, сок пью, вы корня не видели такого, а я сок пью, смотрите, какого количества. Вы нас качали вот на этот бокал половину плантации женьшеня. Чтобы вот этот бокал нашему другу. Я не могу. Мне так стыдно. Вы знаете эти деньги, которые стоят сок женьшеня? Это сок земли. Это потенция такая. Это буквально так из золота пьешь. Вот, выпьем. Поднимаемся. Это такая потенция. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!